Экс-мэр Петропавловска Виталий Иваненко, обвиняемый во взяточничестве, останется под домашним арестом еще на 2 месяца. Соответствующее ходатайство следствия удовлетворил суд, сообщили в СКР. Следователи считают, что на свободе экс-мэр может воздействовать на свидетелей по своему делу. Иваненко обжаловать судебное решение не стал. Под домашним арестом он сидит с декабря прошлого года. Напомним, бывший мэр Петропавловска, против которого расследуется уголовное дело по 2 эпизодам получения взятки в крупном размере, ушел в отставку в конце ноября 2019. Ожидается, что имя нового главы краевого центра станет известно 8 апреля на сессии городской думы. Депутатам предстоит избрать мэра из нескольких кандидатур, прошедших отбор конкурсной комиссии.